Весна – это время пробуждения природы. И очень символично, что в первых числах марта в нашем городе открылась персональная выставка члена Союза художников России Елены Демченко, которая свое вдохновение черпает в цветах, их красоте и нежности. Буйство красок, красоты и прекрасного настроения. Именно так можно описать новую выставку в Славянской картинной галерее. Автором этих ярких цветочных картин является член Союза художников России Елена Демченко. Для меня, как для художника, персональная выставка – это огромное событие. Это такое сравнение рождения даже важнее на самом деле. Потому что это обнажение своей души перед зрителем. Это все, вот, что внутри, оно вот здесь, вот на моих картинах. Вся душа, вся моя любовь к миру, цветам. Почему цветы? Потому что они настолько мимолетные, они настолько великолепные, красивые, что хочется сохранить это мгновение, чтобы цветы в нашей жизни, они не вяли никогда. Открытие персональной выставки для любого художника – это действительно большое событие в жизни. Но таким же ярким событием это становится и для зрителей, которые смогут посетить выставку, увидеть мир глазами художника, насладиться его творчеством. Как же здорово, у нас начинается весна. С таких лиричных композиций, с такой замечательной выставки. И мне хотелось бы поблагодарить от всей культуры, за жителей Славянского района, Елену Вадимовну, за эту замечательную экспозицию, потому что для нашей картинной галереи, ну это может быть не совсем обычная экспозиция, полностью посвященная цветам. Я не буду говорить о художественных особенностях творчества Елены Вадимовны, но каждый найдет что-то для себя. Я эмоции переполняю. Спасибо огромнейшее за мастерство в первую очередь. Спасибо за ту энергетику, которая из этих картин просто льется на нас. Выставка Елены Демченко «Цветочный вальс» в картинной галерее будет работать в течение всего марта. Приходите, окунитесь в мир весны, цветов и красоты. Режим работы картинной галереи с 8:30 до 17 часов ежедневно, кроме понедельника.